Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку, и всем вам приятного продолжения просмотра. Дурмилецкий, а что он такого делает, что он его повел? Фига себе, вот так всех инженеров на чудеса позабирал. Никого это не смущает, что у него 3 инженера на чудеса? Начитал. Не, 4. 4 инженера на чудеса. Неприятно, конечно. Так, нужна промышленность, только сначала уберем здесь, поэтому пока строим библиотеку. А, вот этим я уберу. Вот этим я уберу. Так что поэтому уберем библиотеку пока. Я хочу сразу уже промышленную зону ставить. Девять послов. Блин, опять весь мир на меня получится, да? Конечно. Ну, ты вообще сначала на мир ополчился. Так у меня места не было. Нормально. Нет, подожди, одного человека, ладно, а потом Канада что? Он тебе проход не давал, да? Ну, я хотел посмотреть территорию, в чем проблема? Неужели так сложно? Просто он может закинуть в меня разведчик, посмотреть мою территорию, потом воровать у меня ускорение, а я к нему могу, ну, как бы, я не знаю, тут вполне себе нормальный трейд был. Да. Разбор в каком-нибудь суде, почему вы подсудимый ударили потерпевшего. Но я хотел к нему в гости зайти. В чем проблема? Я к нему в квартиру захожу, а он потом ко мне в квартиру заходит. В чем проблема? Это не так, такой, все оправдан, да. Да, он гад такой не дает зайти. Блин, а Береговорит оказывается не один. Да? Береговорит, Петер. Ну все вроде есть. Только у пиратов берберских один ОПС. У них вообще мува не требуется. А, нет, даже вообще мув не требует. Да блин. Чтобы сразу 3 клетки разграбить. Ладно, давайте. Пока найти источники. Просто некуда пока посла... апостол... Тьфу, блин. Там еще шпиона отправлять некуда вообще. Цена. Так, знаете что, давайте я тут... сделаю как? Еще раз куплю рабочего и сменю. Вот это я оставлю, наверное. Сейчас подождите. Олигархическое наследие, да. А поставлю учетные банки и первый посол. Да мне мужик не жалко, рубежек жалко. А, слушай, my life, а ты маскат будешь сосить или просто грабишь реально? Думаю, надо мне туда послов посылать или нет? Не, послов не посылай, скорее всего заберу. Вот мне реально некуда селиться. Ну, тогда, наверное, вот так сделаем. У тебя вот на Патой там проплыв дальше есть? Еще раз скажи, пожалуйста. Вот где у тебя город на Пата, там вот вверх проплыв, то там есть куда проплыть? Нет. Там... Нет. Это внутренний. О! Там ледняка не будет. Бермудский треугольник. Понятен, начинаем топить ледники. У тебя морских слов прикол, что ты юниты можешь морские захватывать. Отличный план.
покажи. Похеряй они как фрегат, да? Дальний бой. В этом их прикол. Я понимаю. Ну ты мне покажи хоть одного юнита дальнего боя. Меркантилизм. Мастерская. Знаешь, что получается? Надо было дать территорию, хотя бы вешки сохранил за собой. Ты о чем? О том, что он мне бил войну, и он увидел сразу, какие вешки я союзил, и он пересоюзил. Сволочь. Так и пожадничал ты в итоге, да, получается? Да, пожадничал я. Я мог просто дать свою территорию исследованию. И оставил бы все как вешки. Блин, надо канадцы реально открыть. Почему-то... Нормально открыл уже перса. Какую-нибудь лошадь, что ли, купим в Нью-Йорке за веру. А тебе не убери, пожалуйста, рыцаря. Так, а мне хватит 100... Да, хватит. И на ступу, и на... Так, юниты расставил. Ну, я просто не выкуплю здесь клетки еще обрабатывать, поэтому просто рабочего как скаута использую. Черт. А ты, слушайте, войну хочешь? Ну, я не хочу, чтобы ты с венецианкой тут плавал, смотрел вообще. Если ты будешь вот такие вот армии делать, а смысл, типа, сидеть чего тогда ждать? Просто могли мир зак... Чтоб ты пошел кого-нибудь забрал. Дед, плыви налево, там... Там ацтек. Ой, направо, сорян, да, направо. У него тут уже эти... За счет венецианки корпуса всякие плавают. Ничего себе. Так, Англия, а ты не хочешь случайно объявить войну ацтеку? Нехорошо. Я к тому, что... Кто мне военный союз даст? Голландия. Так. Ну, я теоретически да могу. Я был френдли, просто никого не трогал. Ты не был френдли, Атиньо. Он меня может сейчас очень быстро вынести. В смысле, ты... А, ну да, да, можешь. Нубия. Я могу тебе дать. Может, так у нас и так союз с тобой. Так закончится ведь? Или тебе прямо сейчас нужно? А, три хода. Ну, в принципе, да. А он же тебя патрулирует? Смотрит за тобой? Нет, это я скорее к нему приплыл. Внимательно смотрю за ним. Ну слушайте, у человека венецианка, я вижу, что у него уже корпуса эти, флоты. Он строит флоты. Ты приплывешь и заберешь у него один город, остальные города у него на суше. Я не знаю, что здесь делать. Нет, так он кого-нибудь из вас собирается забрать, нет? Они видны. Возможно. Понимаешь, у меня на угле стоит рудник, а город, я обычный смертный буду, а не... Так, давайте здесь покупать клеточку. Нет, Цинциннати просто шик и блеск. Шик, блеск, красота.
Нидерланды забирай. Так, рощу покупаем. Красиво. Блин. Ну это, конечно, обалдеть. Все равно как-то мало на... Ну я вообще, у меня два кампуса с другой стороны. Ладно, давайте уже универы открывать. Мне нужно кампуса строить, короче. Здесь проблема в том, что зальет, поэтому я все-таки сюда поставлю. Хоть и плюс один. Ну, смотри, вот ты еще и деду Бородеду войну объявил. Ну, чтоб он меня обузил. Ну, дед мне дружбу кинул. Я, пока ты не будешь меня бить, не буду тебя бить. Ну, все, ты хотел там военный союз? Это можно устроить. Ну, у меня вроде раньше с канадцем закончил. А, нет, с тобой, да, точно. Блин, ну у меня к тебе такие караваны... А, у нас не экономический, да? У нас же не экономический, у нас научный. Да, давай тогда военный. Я, по идее, должен убить там флот фрегатов этих. Но потом надо будет плыть. Лечиться, конечно. Нет! Да как так-то? А у него еще плюс 3 разведданные обо мне. Кайф. Надо флот строить. Он еще и читает... А как? Откуда он видит мои города? Откуда у него... А, он, наверное, просто книгопечатание открыл. Конечно же. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ладно, спокойной ночи всем. И доброго дня, ночи. Алексею. Спасибо. Ну, тоже классные заповедники у Канады. Так, библиотека. А, мне бы, наверное, в каперы. А, собственно, в них и выхожу. Я тогда поменяю. Вот эту карточку поставлю на каперы. На... Тут у меня... Хотя еще тут в Сент-Луисе и в Гав... Спасибо. Так, тут где кампус? Все на плюс один. Есть плюс два, правда. Ладно, давайте пока амбар. Ступу купим.
Здесь кампус на плюс 3 есть. Значит, покупаем строителя. А еще и торговца можно купить. Тут я откладываю производство, я следующим ходом начну кампус тут строить. Ну, правда, минус временно одно... Что мы, Лифи, мы с тобой френдли или... Ты пойдешь под натиском... Враждебной пропаганды? Прими. Чисто попрокачивать пока шпиона. Все для помощи нашим неудавшимся, неудачным людям, которые пострадали от бедствий. Ну, кстати. Вот это рады. Да, что-то на дипломатическую забил я слегка. Прямо задаривайте мне деньгами. Только вот так. Так. Ты хочешь перебить? Сколько ты скинул? Сколько? 150. Ну ты понимаешь, перебить даешь Подождите, момент уже в Сент-Луисе, что ли, да? Ладно, в Сент-Луисе надо рабочего купить просто. Там все еще... А, три уже заряда. Блин, вот это первый посол надо будет поменять. Не надо пока рабочих больше покупать. Я куда-нибудь хочу еще отправить послов... Кагуана. Развести Батей. Нафиг надо. Ну, Махенджи-Даро. Да, пока некуда мне отправлять первый. Сели... Лос-Анджелес прямо на селитре стоит. И тут я успел кампус на селитру бахнуть. Зашибись. Судить? По формальному, не знаю. А если только судить? Если судить, это официальная война. А она разве не подходит? Нет. Там, да, типа, за расширение, вот такая вот судьба. Продлевает союз в Америку. Да, я... Кстати, а чё мы перс не заключили с тобой военный? Вот тут... Конечно, я не добавлю сюда этот, как его, не снижу престиж, но я снижу престиж на бухте Халонг тогда. А, тут, кстати, не, нету никакого престижа. Может, тогда мне поставить здесь? Потрясающий.
Потрясающе. Ну тут, видите, нету ни науки, ни культуры, потому что нету рядом ни гор, ни леса. Не, нормально. Рыбку обработаю. Да, Цинциннати, конечно, вау. Ладно, давайте, наверное, на автомат. Будем перса исследовать. Так, тут пойдем. Лисичек. Я бы, наверное, еще купил. Сейчас поменяю карточку. Вот это я все-таки уберу. Поставлю на юниты морские. А здесь вместо первого посла строители больше этих делают. Сейчас мы будем заключать с тобой, Америка. Какой хочешь. Будь здорова. Мне что-то тут долго как-то каперы. Давайте, наверное, амбар. Голландец, а у тебя культурный цвет освободится? Да, я думаю, что освободится. Сейчас я посмотрю. А, он уже у меня освободился. Ну, через 6 ходов у нас с тобой закончится. Что-то канадец ты мне так никакой союз и не кинул. Не знаю, надо что-то подумать так, и... Что это за апостол тут протестантский? Это себя обращать. У меня католичество появилось. Предложил канадец. Да блин, хлопок у всех что ли есть? Блин, прикол. Да, он убий только нету, но у нее нечем торговать. Так. Кампус плюс 2 и здесь плюс 2. Но здесь можно от Сент-Луиса кампус будет поставить. Не вижу тут, что если я сюда... Да, давайте купим здесь рабочего. Но он два хода будет туда. Давайте, наверное, водяную мельницу. Вот эту клетку выкуплю. Будет на две эти пшеницы действовать. Чеченица. Ну тут бы чеченица, конечно, в Новом Орлеане лучше зашла, чем в Вашингтоне. Тадж-Махал, Акведук. Это все фигня. Давайте на расстроителей просто.
Кумаси. Не, ну, кстати, так пока ровно, но я так думаю, я отстаю по дереву. По количеству тех тоже должен отставать, да. 38, 37, 37, 33, 32. Кстати, а давайте эту поставим. Это ускорение даст. О, индустриализацию открыли быстрее. Ну, я бы тогда просто купил фабрику тут сразу. И угольную даже построил бы, потому что она будет влиять на всех вокруг. Опа. Опа-опа-опа-па. Это надо было срочно выкупить. Так, у Акада. Еще где-нибудь тут уголь у нас. Не, ну вот два угля, которые надо было просто срочниссимо забирать. Не, ну а что тут ждать, пока эти... Я не хочу сейчас тратить деньги уже. Тут достаточно пока клеток для Цинциннати для обработки. Видите, вон даже две не обрабатываются. Так что на 14 жителях скорее можно будет. Так, ну сначала я этот вырублю под кампус. Начинается. Чем? Да дед тут грабит меня. Немножко каперов. Нам надо там для ускорения два капера как минимум. И тем более надо еще контролировать. Где там ацтек? Сейчас улетишь, если тебя никто грабить не будет, останавливать. Так, меха. Уже лечу. Слышите, уже летит горит. Меха плюс 30 производству гражданских юнитов. У нас... вот здесь, в Цинциннати. Слушайте, ну, наверное, в Цинциннати это надо делать. Давайте я куплю здесь еще рабочего сразу. Так, пора укреплять религию, я думаю. Ну, сейчас опять запретят. Все еще эмбарго на ацтека, я предлагаю. Меняем отчинение, да. Что по районам? Я бы ускорил промышленную зону, как вам? Давайте лучше театралки. Нормально. Зачем театрал? Кому нужны театралки ускорять? Согласен. Хочет по лояльности меня тушить. Слушайте, а может... Подождите, а может это интересная идея, чтобы Алейнора душила по лояльности от стека? Да, только она союз упадет через два хода. И что? Союз упадет, получается. Не будет, да? Я за промку пожалуйста. Не знаю, только... Ладно, за промку, так за промку. Так, в итоге промышленные быстрее строятся. И Атинья без караванов. О, прокачали. Проведение диверсии на производстве. Да, давайте.
Может, собрать сначала лес? Так, а меха мне с кем-нибудь торговать? Слушайте, меха что ли у всех есть? Нефрит я... А у него меха есть, и так. И у этого, блин, у всех все есть, какой-то прикол. Да... Но опять же, пока некуда. Подержим этих. Блин, в темный выйду. Ну, блин, одно очко, мне такое ощущение, что... Да, одно очко, что, скорее всего, в нормальный. Я бы в темный с удовольствием, конечно. Так, надо... За веру побольше понакупать. Блин, инженеры уже на ракетостроение. О, в Маскате можно деньги, наконец. Или в лице ломать... Да. Давайте в лице, потому что он прокачан на поломку промышленной зоны, то есть мы его еще больше прокачаем. Не хочу Амани брать, чтобы очки не получить последние. Давайте, наверное, Магнуса пока... Появляется следующим ходом у нас электричество появится. Что у нас Персия показать? Но все равно Персия выгоднее. Давайте тут еще куплю. Еще лучше в Цинциннате покупать, потому что там больше зарядов у строителей. Ну и так, норм. О, блин, разлилось мне тут. Кучу ферм поломала. Так, что-нибудь меняем? Да, что-то меняем. А, к созданию... Блин, так у меня сейчас не стояла эта карточка. Фак. Вот это упущение. Так, морских юнитов это пока все оставим. Тут давайте капер тоже. Так, начинаем немножко догонять по науке.
Рыбацкие суда плюс производство. Это тоже круто. Ну, я думаю, все-таки я сейчас нормально выйду. Там что-то сделается, а тогда все уже. Новое энергетическое, да, за уголь точно дают очки. Там уже инженеры на какие-то строения идут. Так, дальше в Бостоне. Тут соседство всего два. Ну и тут два, но тут... Наверное, тогда тут не будем фабрику делать. Что у меня у этих... У промышленных зон такое соседство маленькое. Так, тут у нас ходов. Один остался. Так, мне надо везде, наверное, просто купить рабочих. Я тебе с самого начала об этом говорил. Придал этому значение. Ну, промышленное производство на Интаре можем сделать. Почему? Придал. Все возможные купили, там уберу карточку, когда выйдем. Ну, мог инквизицию, но это там немного очков. Не, нормальный век, к сожалению. Так, мне надо еще где-то верфь. Это же не где-то, а в Цинциннате. У меня всего чуть-чуть. Да-да-да. Всех ресурсов, что есть под этой игрой, да? В нашем мире Уильям Шекспир родился в Персии. Здание. Континенты. Наверное, континенты давайте попробуем. Так, вот здесь плюс 2, но тут жалко. Не хочу убирать. Ну, сюда поставлю, ладно, видите. Зря только лесопилки там делал. Три, да, нет, тут все верно работает. Еще строитель. Так, тут можно... Лесопилку. Здесь лесопилку. А, кстати, вот тут поставлю ферму. Да, не рудник, а ферму.
Да, я бы тут аквапарк сделал скорее. Давайте естественную историю откроем. Это было некрасиво. У нас вот тут кампус, судя по всему, влазит, поэтому поехали сюда. Ну, кстати, можно Махавихару, почему нет? Дополнительное жилье. Тут так 20 жилья, господи, ладно. Филадельфия не успел выбрать. Ну, тут библиотеку покупаем, универ строим. У меня мало производства, как ни странно. То есть... ну, то есть мало производства. Кстати, вот здесь, наверное, театралку можно. На плюс 2. Ну, а что еще? Почему нет, в общем-то? Так, с кем-то я прекратил торговлю. И почему у всех одинаковые ресы? Да. Но тут нельзя ничего делать, потому что заповедник работает только если ничего там не сделано. Что у нас там следующее в заповеднике? Заказник открывается в охране природы. Пускай. Там шанс у морского пса, что он захватит. Посмотри, там один уже написан. Не хочу болото убирать. Ничего себе, там корпус дубинки ко мне пришел. Сам пришел. Странно, почему я не было... Свежий, чистый, привет.
А что, не было сломать промышленную зону? Я, собственно, ради этого сюда отправлял. Диверсии на производство. Может, это когда... Может, когда тут сделаны уже именно угольные? Тогда, ну, в смысле, когда именно промышленное производство появляется... Так, сильно меня тут забирают 4-3. Так, пора укреплять религию, короче. Что-то я вообще на это забил. Там вот рыбы, может, сколько тут зарядов? 3. Так, ну это все сам справится. С крабами справится, значит, сюда перебрасываем. Ну что, давайте на Новом Орлеане попробуем чеченицу. А, все, уже построили. Ясно, ясно, понятно. Покупаю, потому что сейчас рыбацкие лодки на одно производство дают. Ну, одно производство дают. Блин, я так что ли открыл без ускорения? Малахор. Ни одного. Ну, была лавента. Религиозная ГГшка. Так вообще ни одной религиозной ГГшки получается. Тут фабрика, видите, действует, поэтому нету смысла переключать. Да, блин, что-то я не успеваю что вообще ходить. Что, читаю Старворца? Да мне денег мало. А зачем тебе? Если бы я читал, я бы читал во всех городах. Ну так, не напрягай. О, Эйяфьядла Якудля открыли, и нам дали кучу очков за это. О, мы с дедом... Открыли территорию друг дружке. Ага, я вижу, где ацтек. Вот тут раньше был шумер. Так, тут надо ли фабрику? Тут от фабрики даже... Добивает, тоже не надо. 4-5. Ну тут до Филадельфии только фабрика не добивает на самом деле, поэтому... В каком-то из этих городов можно будет промышленную зону. Так, поскакали, наверное, туда. Так, все, я бы... Сменил место шпиона к ацтеку. Восемь промышленная в руке.
8. Эриду. Вообще не вижу. 4. Так, давайте, где жителей побольше? Чальку 8. В руку 1. Давайте сюда. 50 минут поспать. Хватит, можно подспать, в принципе. Да, монополия все решает. Кого-то сейчас снесли или? Нет, никого не снесли. Нужно. Так, что берем? Святые воды, крестовый поход. Ну, давайте науку за каждых четырех последователей. Сразу религию. Так, стоимость миссионеров этих снижена. Давайте снижено. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.